Дорожное покрытие на улицах Петрищева, Гайдара, Черняховского отремонтировано. В общей сложности работы проходили на 4 километрах дорог на сумму более 162 миллионов рублей. Это основные участки ремонта, запланированы на 2021 год. Также завершен ремонт дорожного полотна протяженностью более километра на проспекте Ленина, выполнявшийся главным управлением автомобильных дорог Нижегородской области. Продолжаются работы на участках, дополнительно включенных в программу, в частности, на улице Буденова. Дополнительные работы, согласно контрактам, планируется завершить к ноябрю текущего года. Еще на прямой линии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин озвучил, что работа по ремонту дорог в Нижегородской области идет с перевыполнением планов. Мы перевыполняем план по приведению к нормативному состоянию. Сейчас около 34-35% в регионе в целом. Но если говорить про агломерацию, то ситуация гораздо лучше. То есть мы один из регионов, где состояние, доля находящихся в нормативном состоянии дорог по агломерации является одной из самых высоких. Комиссия провела приемку работ на отремонтированных участках улиц Петрищева, Гайдара и Черняховского. В нее вошли сотрудники администрации города Дзержинска, а также представители общественных организаций, подрядчика и сотрудники ГИБДД. Смотрели на ровность покрытия и дорожный уклон, уровень укладки канализационных люков, качество разметки и доступность пешеходных переходов для людей с ограниченными возможностями. Не обошли вниманием и ремонт тротуаров и парковочных карманов, а также оборудованию остановочных павильонов. Ну, в целом работы были выполнены на высокого качества. Серьезных замечаний конкретно конструкции, да, там и к одежде асфальта никаких серьезных замечаний не было. В свою очередь, по ходу работ, соответственно, постоянно тоже осуществлялся контроль промежуточный, ну, по ходу реализации этого контракта. Поэтому мы шли с пониманием того, что у нас делается и каким сроком мы приходим. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Дзержинске с 2019 года. За это время было отремонтировано более 25 километров городских дорог. В следующем году планируется продолжение ремонта проезжей части улицы Гайдара от проспекта Циолковского до улицы Терешковой. Ремонт дорожного покрытия улицы Чапаева до площади Макарова, а также ремонт проезда Ильяшевича. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено более 214 миллионов рублей. Артемий Катков, «Время новостей».